Привет, друзья! Сегодня снова мы продолжаем обзоры автомобилей, и уже третий либо четвертый из серии автомобилей Volkswagen T5 с Bosch. 2013 год, 163 тысячи пробег, 13100 цена, номер телефона, круиз, электропакет. Сейчас посмотрим, обойдем его. Ровненький, чистый. Как и по бамперам, проблем никаких, все чистенько. Нет никаких сколов, царапин. Состояние автомобиля хорошее. Автомобиль сервисной службы Bosch, так что на пассажирском сидении, как уже говорил, мало кто ездит. Большой плюс — есть airbag, тем не менее. Так что у нас подогрев сидений, подлокотнички два, очень удобно, кстати, что два, есть и другой. Громкая связь. Сейчас мы войдем с той стороны. Можно проанализировать по состоянию петель. Две подсветки, три даже. Родной пол, не крашен, чистый. Стояли тумбочки, есть крепежи, так и здесь. Закроем. Что у нас по резине? Ханкок. Автомобиль вот ровненький. Парктроники. Труба. Запасное колесо есть. Что большой плюс. Потому что в Германии сервисная служба в основном. Так, состояние арок, также состояние сзади. Медленно проведу. Состояние нового автомобиля. С этой стороны так сервис, автомобиль обслужен, поменяны диски передние, задние. Сейчас покажу. Вот два подлокотничка, регулируемое сиденье. Вот, для езды очень удобно. Все наклеечки, все есть. Есть сервисная история. Все проверяется. Два ключа. Так. Состояние руля. Состояние коробки переключения. Переключатель.
запускается моментально. Вот у нас сегодня минус 4 градуса. Работает ровно. Смотрим на тахометр, что у нас есть. Кнопка, так, кондиционер, обдув. Подогрев, кстати, работает. Подогрев, походу, только водительского сидения. Ну, открывать капот, думаю, не стоит, потому что и холодно. Вот наш рынок винницкий. Авто находится в Виннице. Есть еще такие автомобили. Так что, если вам нужен не один автомобиль, а пару, ребята пригонят. Также занимаются пригонкой любых легковых автомобилей под новый закон. Если интересно, звоните, пишите под видео, что вас интересует. Все можно обсудить. Так что такой автомобиль. Еще раз посмотрим цену. 13 100. Клима, электрика, номер телефона. Так, если вам понравилось видео, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, показывайте друзьям. Надеюсь, это видео было полезно. Кстати, вот только что подходили люди, смотрели этот автомобиль и сказали, что видели его в интернете. Так что, думаю, видео приносит вам какую-то пользу, что вы можете посмотреть из дому. До новых встреч на нашем канале.